Приветствую вас. Основные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, пожалуй, это моменты следующие. Личная ответственность и цель. Это вот те аспекты, которые, мне кажется, очень важны. Почему? Как? Что это значит? Что я имею в виду? Личная ответственность — это осознавание того, что вы сами хотите того или нет, принимаете участие в скандалах. Со своей мамой, ну, потому что вы делаете свой вклад в ссором. Вот, то есть я понимаю, что вам тяжело, что вам, ну, как бы, что вас задевают, какие-то элементы задевают, ну, ее поведение, какие-то элементы отношения к вам вас задевают. Вот, но мне кажется, что важно то, что вы сами делаете. То есть ведь скандала не было бы, если бы вы в нем не участвовали. Понимаете, да? То есть если бы вы не вносили бы свой вклад в конфликт, его бы не было. И в первую очередь, то, на что я хочу обратить ваше внимание, это именно вот эта история о том, где моя личная ответственность за то, что я делаю, вот, и как я с этим, ну, например, обращаюсь, да, то есть как я с этим управляюсь, управляюсь ли я с этим, ну, вообще, условно говоря, понимаете, да, вот. Второе. На что вы делаете акцент? Второе. Это цель. То есть вы хотите что-то делать с этим, вот, но вопрос заключается в том, что вы хотите с этим делать. То есть вы говорите, как быть в этой ситуации, чтобы что. Очень это важный момент, потому что маму вашу вам не изменить, вам ее изменить не по силам, она сформировавшийся человек, и естественно и логично, что меняться не хочет, это нормально. Вот. А что хотите вы в этой ситуации? Какой, если угодно,
помощи вы хотите получить от нас? Ну, от психолога. Вот. Я бы сказал, что это важный момент, потому что от цели зависит то, куда вы будете двигаться. От цели зависит то, как вы будете двигаться. Вот. А есть у меня такое ощущение, как будто бы, что вы пытаетесь до сих пор, ну, как будто бы своей маме что-то доказать. Может быть, даже через нее вы пытаетесь доказать что-то самой себе. Я, конечно, этого не знаю наверняка, но кажется мне, такая есть история здесь. И на мой взгляд, очень важно понять, вот какой конфликт вы пытаетесь разрешить сами. Ну, то есть вот самостоятельно, какой конфликт вы пытаетесь разрешить. Это, мне кажется, важно. Вот. Вот то, что я хочу вам сказать. Пока что. Опираясь на то, что вы написали. Опираясь на ту информацию, которую вы дали нам. Вот. Понимаете? Да? Что я имею в виду? Ну, о чем я говорю? Точнее. Дальше. Конечно, важно, конечно, важно уметь отграничивать себя от мамы. Ну, это что я имею в виду, да, что сейчас вы с ней боретесь, вот, по моим ощущениям, вы пытаетесь бороться с мамой. Вот это далеко не самая лучшая позиция, далеко не лучшая идея бороться с мамой, потому что тот, кто борется, тот, в общем и целом, всегда или почти всегда проигрывает. Ну, потому что борьба, она сама по себе такая. Вот. Поэтому мне кажется, что ваша задача здесь не бороться. Вот. Мне кажется, что ваша задача как раз таки в том заключается, чтобы не бороться, но поработать с личными границами, поработать с может быть, тем, чтобы научиться без конфликта, но общаться. Да, как бы. Вот. Ну, то есть, учиться без конфликта общаться. С той же мамой своей, например. Вот. Пока что вы этого делать не умеете,
Вот, но мы можем вас, в принципе, этому научить, если вы хотите, конечно, это сделать. Если вам это интересно, конечно. Вот. Дальше. Уверенность в себе, страх, потребность в одобрении мамы, в какой-то степени это все следствие определенной нечестности вашей, в том числе с самой собой. Честность с самой собой важна для того, чтобы лучше себя чувствовать, для того, чтобы лучше себя ощущать, для того, чтобы лучше себя понимать, опять же. Вот. Ну, на мой взгляд, пока что этого не происходит. То есть я не говорю о том, что это прям должно происходить, да, но моя идея заключается в том, что вот вы, ну, что вам трудно, что вам тяжело. Моя идея заключается в том, что вам плохо, вы страдаете, вот, и не видите вообще никакого, как бы, выхода из этой вот, ну, из этой ситуации, в которой вы оказались. Вот. А выход, он, конечно же, есть, просто для вас он сейчас не очевиден. Вот. Это, ну, как бы, ничего страшного, вот, то, что он для вас не очевиден. Можно поработать, да, и как бы разобраться с этим, а помочь вам с этим разобраться. Вот. А чего вы хотите от мамы? Сами. Это очень важный момент тоже. Потому что я вот, например, так и не понял, чего вы хотите от мамы. Вот. Так я и не понял. Чего вы от нее ждете, от мамы, я имею в виду. Вот, ну, потому что вроде бы вы понимаете все. Вот, вроде бы вы понимаете все. Но в то же время вы такое ощущение, что как бы чего-то от нее требует и ожидает. Так что очень важно, чтобы вы прямо-таки постарались определить, чего вы от нее хотите, чего вы хотите от мамы вообще. Вот, это, мне кажется, один из важнейших здесь вариантов. Вот. И что хотите в себе сами поменять? То есть, опять же, мы не знаем, как вам в этой ситуации поступать, потому что это ваша жизнь. Вот. Но мы можем помочь вам разобраться в себе, вот, и помочь вам увидеть то, чего вы хотите, вот. А вы уже дальше сами, может, решите, какую сторону вам двигаться. Вот. Это то, что я могу вам сказать.
Вот, наверное, такой ответ я могу вам дать. С точки зрения трабы, вот, с точки зрения моего опыта работы с подобными проблемами и так далее. Вот. То есть я хочу, чтобы вы правильно поняли. Так. Значит, мне 23 года, пишите вы. Проблемы с мамой начались очень давно, особенно это ярко появилось в подростковые годы. Все время сталкивалась с тем, что мама меня не понимает, мое влечение не поддерживает, общественных разговоров у нас не было. А у вас, помимо мамы, еще было что-нибудь? То есть, откуда такая фиксация именно на маме происходит? Ведь есть еще папа, есть еще друзья, есть еще ваши, ну, увлечения. А такое ощущение, что вы с мамой больше, или она подавляла вас. Сын отдел, как она сказала, остальная лучше знает. Надо, кому надо. В итоге, когда я стал старше, у меня нет навыков принятия решения, не умею принимать ответственность за какие-либо проблемы, действия, решения и прочее. А что вы хотите с этим делать? Сейчас у меня такое ощущение, что в этом вы как будто бы обвиняете свою маму. Вот. Ну, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Здесь, вот. Ну, я надеюсь, что я ошибаюсь, вот, но как-то вот у меня, ну, по моим ощущениям, да, нет такого, что я ошибаюсь. То есть, а что вы хотите делать вообще, ну, с этим? А вот, что вы не понимаете, ну, что вы не умеете решения принимать. Ну, то есть, как бы, да, ну, вот, вы не умеете принимать решения, и что дальше? Вот. Как вы хотите, образно говоря, с этим обращаться? Ну, дальше. Да, как бы. Вот. Это если мы хотим помочь вам, то постарайтесь начать, условно говоря, брать ответственность на себя уже, ну, сейчас, прямо. Вот. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы большая молодец, что хотите что-то исправить и изменить. Вот. Но я не знаю, как это прозвучит для вас, но это только первые шаги, то, что вы делаете сейчас. Вот, вам предстоит определенный путь. Это путь такой достаточно непростой, я бы сказал. Вот, потому что, ну, вам же страшно, вы же боитесь, правильно, правильно. Вот, и вы, скорее всего, будете бояться, страх ваш никуда не уйдет, не денется, не пропадет. Вот, ну, по крайней мере, там, какое-то время он будет с вами, совершенно точно. Какое-то время он будет с вами, совершенно очевидно. Вот, а вы такое ощущение, что вот отдушину нашли в, ну, маме,
Вот, это она, что-то за нее. Вот, и свои, как бы, вам хорошо. Ну, как бы, обвинять можно, конечно, например, маму, да, можно. Такая, да, что, как бы, ну, проблема, что это не решает ваши. Вот, поэтому, тут вот, я бы хотел обратить ваше внимание на вот эти вот моменты, они важные, как мне кажется. Вот. А дальше идем. Так, самая главная проблема до сих пор меня опекает. До сих пор, может, принимать решение за меня, совсем не надавить. Как это происходит? Как это вами воспринимается? Я скандалами с Тирком переехал жить к парню. Опять же, мне кажется, что здесь как будто бы вы, как бы это сказать, вы сами вносили вклад в конфликт, ссору, там, т.д. Вот. Ну, по моим ощущениям, по крайней мере. Вот, я не претендую на истину, но... Так, она его тоже не приняла. А живем вот в глубь вместе. А, скажите, она должна его принять? То есть, ну, почему вот у меня есть такое ощущение, да, что... ну, что она вот прям-таки должна принять. Она не понимает, вам от этого больно. От того, что она его не принимает. А что это такое, вот эта боль, это что? Что с вами происходит? Это боль. Давайте постараемся. Постараемся разобраться с этим, постараемся как-то рассмотреть это, да? Это ведь важно, вы же понимаете, скорее всего, что это важно, что это очень важный момент, вы же понимаете сами, я полагаю. Вы обижаетесь на маму, а может ли она то, что вы хотите? Может ли она принять? То есть на что вы тратите свои ресурсы? На борьбу чего-то? Вы тратите свои ресурсы, это важно. Это важно. А дальше. Так она то и дело пытается разобраться, объясняет тем, что хочет помогать, как лучше с каждым годом, отношения в мене становятся все хуже, она лезет не просто с этим, когда я говорю, что она так делает, что-то не спрашивает, говорит, получение, изложение вулкана эмоций. А реагируете-то на этот вулкан эмоций, вы как? Ну, то есть, что вы получаете вулкан эмоций, это понятно. Вы получаете вулкан эмоций. А реагируете-то вы на это каким образом? То есть, ну, вы заземляете маму или вы напротив, у вас не выходит ее заземлить. То есть вы конфликт, условно говоря, разжигаете. Это называется с новой силой. Вот. Это очень важный момент на самом деле, потому что от этого напрямую зависит то, как вы будете дальше выстраивать отношения. Вот. В том числе и с своей мамой тоже, но не только с ней, конечно.
Понимаете, да, что я хочу сказать вам? Вот. Это важно. Это важно. Это важно. Дальше. Так, я просто даже не покажу, могу о чем-то не дрянуть, но прямо закончу скандалом, потому что тема одни и те же, и они не меняют. Но надо сделать так, она говорит, или раньше говорила. Здесь вопрос в личных границах, как мне кажется, потому что если вы не умеете, если у вас нет четких личных границ, этому нужно учиться, вот он, то, конечно, мама будет постоянно их нарушать. Это, ну, как бы сказать, это классика. Это классика жанра. Вот она будет это делать просто потому, что, ну, извините, вы позволяете это делать. Вот. И зачем? Зачем ей говорить на другие темы, если есть там, образно говоря, прекрасная тема. Вот эта тема там, вот она, эта тема, ну, касается, грубо говоря, вас, например. Вот, зачем ей там, говорить про там, что-то другое? Для чего ей это говорить? Для чего ей что-то менять, да, как бы. Вот. Поэтому, опять же, вы ждете от нее, как будто бы, из изменений, вы ждете от нее, как будто бы, перемен, вот. Но, да, вопрос больше к вам, да, то есть вот, а если она, там, ну, не знаю, если она не изменится, к примеру, да, вот, если она, там, останется, ну, там, грубо говоря, вот, такой же, что вы будете делать? Как вы будете жить. Вот, это же, ну, безумно, мне кажется, тяжело находиться в таком состоянии, когда, по моим ощущениям, вы практически полностью зависите от мамы, от того, что она сделает, того, как она себя поведет и прочее, прочее, прочее. Вот это, мне кажется, очень тяжело вам. Вот. Поэтому, собственно, я говорю про, ну, то, чтобы вы как-то больше на себя опирались, ну, старались опираться, по крайней мере. Это важно для вас. Вот. Дальше. В ответ на мои слова переворачивают, обижают, вещи, двойные смыслы, прикалываются к каждому слову, уже даже просто боишься. Вот как мы с видами стоят. Ну, в первую очередь, себе разобраться в своих чувствах, в первую очередь. Это, я полагаю, самое важное, что вы можете сделать. В данном случае себя разобраться. Вы не сможете что-то делать, да, вот, не разобравшись в себе предварительно. И с мамой как-то себя вести, вы, на мой взгляд, не сможете тоже. В себе не разобрашь, вот в том, что с вами происходит, не разобрашь. Ну вот, поэтому
очень важно, чтобы вы это сделали. И дальше уже будет куда более очевидно, как с мамой поступить и что, ну, что вообще делать. Потому что сейчас понятно, что вы можете быть и растеряны. Сейчас понятно, что вам может быть и тяжело. Вот это все понятно. Вот. Но вы не умеете обращаться со своими чувствами. Вот, и на мой взгляд, это вот первое, на что обращать нужно внимание. На мой взгляд, это главное, одно из главных, на что нужно обращать вам свое внимание. Вот, учиться обращаться со своими переживаниями, да, своими страхами, с болью, вот, и учиться честности, какой-то, вот, в том числе и с собой, вот, чтобы лучше понимать, как реагировать на, ну, на те или иные ситуации, на то или иное, что делает ваша мама. Вот такой ответ я могу вам дать. Ну, у меня есть смутное подозрение, что не очень-то вы хотите что-то менять, потому что цель у вас такая достаточно неопределенная. Вот. Это наводит на мысль о том, что может быть, вы не очень хотите что-то менять в своей жизни, или боитесь. На вопрос задаете, потому что понимаете, что тогда жить нельзя. Вот. А вас оставлять никто не будет, вот, как мне кажется. Ну, я имею в виду, оставлять делать то, чего вы не хотите, например. Но спросите себя, меняться-то вы готовы? Вот. Интересоваться собой больше, чем мамой. Готовы? Вот. Если да, супер. Вам можно будет помочь, ну, можно будет раскрыть вас, раскрыть всё, там, не знаю, вашу личность, вот, раскрыться можно будет. Вот. А если вы маму изменить хотите, то это трата времени. Ну, вот, потому что у нее нет, просто у нее нет мотива меняться. Нет стимула меняться. Вот. Несмотря на борьбу, ну, вот, вашу борьбу с ней, несмотря на это, она чувствует, что вы позволяете ей делать
делать, ну, для вас что-то. И пока она это чувствует, ничего не изменится, потому что ее смысл жизни, он ее, он с ней. Вот. Как-то, наверное, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, по крайней мере. Вот. Давайте будем заканчивать потихонечку. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете некоторые выводы из того, что я сказал. Надеюсь, что отклик, какой бы то ни было, вы сформулируете, потому что это важно, это касается вашей дальнейшей жизни, вашей личной жизни, вот, в том числе. Поэтому я надеюсь, что вы отнесетесь к этому серьезно, и выберете для себя специалиста, вот, которым решите поделиться вот этой обратной связи, вот, например, на мой ответ, и дальше начнете над собой работать. Всего вам самого доброго и удачи!